Привет из Одессы. Сегодня 12 июня 2024 года. И мы, как всегда, на морге. Смотрите, какие волны. Ну, вода градусов 22, ребятки, если что. Да, где-то 22. Волны, как всегда, такие прикольные. Длиннющие. Погода супер. Смотрите, какая волна. Красивая, да? Красивая волна идет. На выходных здесь, конечно, просто кошмар, сколько людей. Сейчас круто. Сейчас очень классненько. Даже просто вот так стоять и волны тебе так... Массаж ножек, животика. Мы уже наплавались малые на подстилке. Топчет какие-то вкусняшки. Я думаю, как всегда, выйду же. Я же обещаю каждый день выходить, хотя бы по чуть-чуть показывать морька. В субботу мы поедем вечером на Дерибасы. В пятницу, кстати, ребятки, в пятницу вечером. 18:00 у нас, как всегда, будет эфир «Танцы кому за». Парка Горького, ребят. Заходите. Там очень весело, круто. Будем смотреть, как танцуют наши обычные люди просто на улице. Кто-то может посмотреть ролики. Чтобы кто не бачил, о чем я говорю, не понимает, посмотрите ролики. Там есть танцы Камуза в Одессе. Каждую пятницу. А в субботу вечером мы гуляем на Дерибасовской. Подписывайтесь, ставьте лайки, не пропускайте. А моречка у нас каждый день. Я каждый день хожу плавать с младшим сыном. Ой, волна какая. Сильно брызгает, аж до телефона достает. Ребеночек на кругу. Мы сегодня пришли, там вообще в таком далеке какой-то человек плавал. Я думала, мина Тишу плывет. Очень далеко, прям за буйками. Вон буйки, я вижу, есть. Ой, волны усиливаются, к